15 и 16 июня Саровский драматический театр приглашает детей старше 6 лет на премьеру сказки «Золотой петушок». Начало в 11:00. Для маленьких зрителей 15 и 16 июня в 11 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол-кузнечик». Там покажут спектакль «Лиса и медведь». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. Городской музей приглашает всех желающих на программу «Лето в музее». Гостей ждут экскурсии, творческие мастерские, познавательные занятия, квесты. По предварительной записи. 15 июня в художественной галерее пройдет программа «Суббота в художественной галерее». В 10:00 начнется экскурсия по выставке «В моем саду». В 12:00 – творческая мастерская «Цветы и бабочки». Также все желающие создадут летний букет в смешанной технике. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. Детский парк на улице Сосина приглашает горожан посетить выставку «Под открытым небом. Году семьи. Семейная история». Проект организован программой «Территория культуры Росатома». Выставка собрана из произведений на тему семьи и детства выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 веков, чьи картины хранятся в крупнейших музейных коллекциях. 15 и 16 июня на стадионе ИКАР пройдет «Фитнес-утро». Начало в 10:00. 15 июня в молодежном центре пройдет цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Начало в 11:00. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.